Привет, друзья! Я у одного из московских дилеров «Лады». И что я хочу сказать? Жизнь кипит, машины есть, покупатели есть. Вот даже осматривают на заднем фоне тест-драйвовые машины люди. Вот. Но давайте же узнаем, сколько эти машины сейчас стоят, насколько велик дефицит, а может быть и нет его. Вот, смотрите, склад, аж в два яруса есть машины. Все модели представлены на тест-драйве. Даже вон, похоже, кольцевая Vesta Sport есть, гоночная, да? Смотрите, машины есть. В принципе, салон полный, продавцы в готовности. Здравствуйте, а можно вам пару вопросов задать? Скажите, вообще, как сейчас с машинами? Лады есть? Ну, в целом, склад есть, еще определенно сохранился. Ага. Но не такой, может, большой, который хотелось бы. Сейчас с поставками достаточно сложно, из-за того, что есть определенная ситуация на заводе, нехватка комплектующих. Ага. С этим, конечно, хотелось бы нам гораздо больше получить автомобилей и более разнообразных. Но сейчас, к сожалению, там выбор ограничен. Но все модели сейчас есть? Нет, не все модели. Допустим, там Vesta на вариаторе практически дефицит, нет. Да? Дефицит, да, и определенные присутствуют. Сейчас фактически... Ну, их и не будет, наверное, уже на вариаторе. Наверное, будут, но уже в рестайлинговом варианте, ага. Который должен был выходить по всем планам мая, но в связи с ситуацией, да, сложившейся, не получилось. X-Rev тоже нет, в принципе. Но X-Rev... модели, которые вот и были очень тесно связаны с Renault, они сейчас, конечно, дефицит. Но X-Rev тоже, по слухам, не будет больше. Вы можете подтвердить это? Ну, пока нам такого не говорили, что вот X-Rev не будет, да, то есть на вариаторе может быть, да, но вот именно X-Rev пока в классах сам информации не даем. То есть пока, если мы говорим про наличие и про комплект, скажем, автомобилей, да, это сейчас Гранта будет в первую очередь, которая будет без АБС, там, без подушек безопасности. Очень ждете ее, наверное. Ну, да, в любом случае что-то ждем, чтобы было какие-то поступления нам, да, то есть все равно есть у нас спрос даже на такие автомобили, они тоже есть. Угу. 600, почему? А сколько она будет стоить, неизвестно? Ну, пока неизвестно, но от 600 тысяч рублей примерно такая кулуарная информация, от 600 тысяч. Угу. А сейчас реально вот за сколько купить грант? Вот, причем, ну, не по прайс-листу, а вот по факту, да, потому что клиент приходит, понятное дело, что машина в дефиците, понятное дело, что вы доп. Оборудование будете предлагать, ну вот минимум, скажем. Ну, сейчас, реально. Если мы говорим по комплектациям, седаны, ну, где-то от 800 тысяч рублей. Угу. От 800 и далее. То есть не сказать, что на самом деле сейчас какое-то оборудование было много на автомобилях. Я бы не сказал, на самом деле. Сейчас ситуация, она не такая. Вот. Но вот от 800, просто сам прайс уже достаточно большой. Угу. А Vesta от скольки? Vesta сейчас порядка там от 1 100 000. 1 100 000. Угу. Понятно. А, соответственно, ну, X-Rev нету, Ларгусы? Ларгусы... 1 300 000 и далее. 1 300 000 и далее. Да. Понятно. Да. Но Ларгус есть наличие на самом деле. Угу. Но их пока достаточное количество. Мне кажется, что там даже больше, чем спрос, предложение там чуть превышает. Да, но просто стоимость подросла, поэтому потребителю, конечно, наверное, сейчас нужно некое время для того, чтобы он привык к новой цене. Ну вот покупатели ходят, опять же, я смотрю, вот там машины разглядывают. Ну, в любом случае, да, спрос есть, опять же, там присутствует сейчас спрос, опять же, подстегнул то, что кредитные предложения стали лучше, чем это в вот марте, чем в апреле. Вот на последней неделе, да, да, после, да, после очередного снижения? Да, там ключевой ставкой она оказала положительное влияние на спрос. И благодаря этому клиенты появились. Угу. Количество кредитных сделок, допустим, оно увеличилось в разы по сравнению с февралем и вот, с мартом и апрелем. Угу. Понятно. То есть можно сказать, что народ возвращается в салоны сейчас? Да, но сейчас нужно понимать, что все равно лето, и лето традиционно не самые лучшие месяца с точки зрения спроса. Угу. На автомобиль. Так, в целом, да, но все все-таки смирились с определенной ситуацией, которая происходит, да. Может, какая-то определенность жизненная появилась у людей, и все равно люди возвращаются. Плюс все понимают, что ключевые марки, конкуренты наши, там, они, то же самое Renault, да, уходят с рынка.
То есть непонятно, что как, где обслуживание, что запчасти, да, все-таки, конечно, подстегивает, скажем, интерес к нашим автомобилям. Все равно, в любом случае, «Лада» никуда не уйдет. Конечно. И она всегда будет. Хорошо, спасибо большое. Ждем упрощенную гранту, да? И мы ждем очень. Спасибо. Всего доброго.